Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Мигу. Наконец-то это случилось. Неужели? Наконец-то. Стоило мне один разочек отодвинуть выпуск видео на денечек назад. То есть, вот не два видео, не день без видео, а два дня без видео. Наконец-то это случилось. Вот стоило мне один раз так сделать, как наконец-то я совпал с господином Game VDF в плане выхода ролика. И у него только что буквально вышел видос «Лютые приколы в играх» VDF 209 «Импостер». Я прям по таймингу попал раньше, у меня там полчаса пройдет, пока я там соберусь, пока я домой с пар приеду и так далее. Сейчас только вышел, прям с пылу с жару. Поэтому давайте сразу же его смотреть. Чего? Лол, понимаю. Когда скорее подвинулся. Какие дела, народ? Как говорил мой препод, после универа вас ждет светлое будущее. И я смотрю в свое светлое будущее. This one guy... Oh, man, I think we shoot him. Oh, my God! У меня ощущение, что я где-то это видел. Скажите, как ваш день прошел? Я думаю, явно лучше, чем у вот этого NPC. Это знаете, когда ты в порыве злости маканул на старшего брата, но потом осознал, что наделал, и такой... Да-да-да-да-да, что хотел сказать. Или знаете, когда у меня бывает, когда ты вот кому что-нибудь говоришь, пытаешься быкануть, ну не на Саш, правда, на кого-нибудь просто быкануть, там что-то какие-то предел предъявить, а потом спокойно ты объясняешь, что ты такой, fuck me. Вообще, если по жизни совершил необдуманный поступок, не стоит отчаиваться, нужно включать смекалку и искать пути решения проблемы. Ой, господи. Я, правда, до сих пор не понимаю смысл этой игры, я понимал, что это типа мафия, но... Вообще, знаете, быть импостером это тоже очень тяжелая задача, особенно если ты рачина. Как по словам моего бати, в его времена добирались в школу. А, да только сегодня мем такой видел. Только из реальной жизни. Еще и музыка с собой сёшь. Честно, мне кажется, поезд в GTA... Меня что-то биты эти убили, господи. Меня тут бас бустов плюс мелодия с собой серфа, которая разрывает мозг, но я что-то убила. Я больше сейчас как булки начну ржать и кашлять, потому что я сейчас немножко болею, сами понимаете, у меня насморк, и плюс намек на кашель, что может, если еще сопли натекут, то он начнется через пару дней. Имеет всего лишь одну функцию, и справляется он с ней просто на ура. А, ну это классика жанра, это нормально, это вообще, классика. Вообще, я люблю поезд, да. Едешь. Мне кажется, в играх гранаты стоит доверять только самым ответственным в отряде. И самые ответственные в моем отряде. Сейчас будет граната в себя, какой-нибудь удар, рикошет в себя. Я угадал? Ну классика жанра, ну что тут, ну просто вот угадал, классика жанра реально. Пацаны, это не флешка, если вы от нее отвернетесь, то вас не спасет. Вот только я не понял, за что чувак опыт получил. Типа игра такая, ну ты хотя бы не настолько тупой, как эти двое. Да-да-да. Ты хотя бы не сдох. Ой, господи. Пацан-то раскрошило. Я домой так после пары иду примерно в таком состоянии. Это твой друг на любой тусовке после одного бокала. А, это я. Это тогда я. О, господи. Хреново, когда не раскрывается парашют, но еще хуже, когда он раскрылся, но только толку от него ноль. А, перед землей самой, да. Я, правда, не понял, почему, если он как бы открылся нормально? Когда заказал парашют Салика, да он даже по цвету, как батины трусы. Вообще, этот парашют, как античит в КС. Надежный, как швейцарские часы. Ну, CJ хотя бы успел раскрыть парашют. Хорошо. А этот не успеет, да, и сейчас он намахнется, да, угадаю. А, ну и так, да. Когда да, тебе говорят, да, что это безопасно на 99,9%, и ты такой... Да. В свое время я понял одно, жизнь это крайне несправедливая штука. Как выглядят баги моих друзей? О, Fall Guys, господи Иисусе, надо будет поиграть в нее.
Он же на финиш, да? Да, 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 да. Как выглядят мои баги? Сейчас улетит в космос куда-нибудь. А, нет, ну ладно. Еще что-то хуже. Что? Что? Чего? Ай, больно в ноге, блин! Если вы вдруг не уловили, к чему я клоню, то давайте еще раз. Баги моих друзей. Хорошо летит. И он сейчас так, как он заскриптован, он приземлится нормально на спину и не сдохнет. Такой высоты. Да. Мои баги. Ой, значит, это же больно. Когда опять попалась команда. А прикиньте, в 3D вот это видео смотреть, или в 5D, когда вот так тебе кулак в хлебальник летит, это ж вообще умереть не встать. Манда, ну бо, вы только вы с другом можете нормально плен зарашить. Ой, это не я. На нюке еще, господи, не получилось, не попнул. Я обычно так всегда рашу. Вот у меня раш такой всегда. Когда в следующий раз кто-то надумает попросить меня о помощи, просто посмотрите вот это видео. Ты реально вот искренне стараешься, хочешь быть хорошим парнем, но... Ты шальная залетела тупо. Я всегда кайфовал с экономики в CSGO. АВП стоит почти 5000 баксов, завалить друга 300. Это вот чисто логика декриминализации домашнего насилия. Есть бабки, можно и втащить. И как же это иронично, что жизнь тиммейта оценивается по цене смоука. Ну как бы вы помните... И также хаешка стоит 300 бачей. Ну как бы игра сразу понимает, кого ты ей минусанешь. Хорошо. Быть полицейским тяжело. Ты вроде должен помогать людям, а в конфликтной ситуации как ты определишь, кому из сторон нужна помощь? Вот и приходится делать нелегкий выбор уже на месте. О, мафия. Ну, походу, у копа лишние 300 в кармане завалялись. Мне нравится, что в этой ситуации Джо и вот этот чувак такие... Вообще, кажется, знает этого копа, он еще оперативником в Rainbow Six подрабатывает. Что? Автоваз начнет выпускать самолеты, и я сейчас не про Ладу говорю, реальные самолеты. Прототип модели уже можно увидеть в аэропорту. О, Microsoft Flight Simulator, да? Ёбарас, это чё с ним не так? Что это такое? Мне кажется, у этого самолета примерно такой регулировщик. А сейчас предоставляю слово физике GTA. Ну я только танцевать начал, алё. И всё ещё есть чем вас удивить. Физике GTA всегда есть чем нас удивить, успокойся. Давай, влети в окно. Давай. Что? Это когда к тебе летит Лол. Твоя комната, ты спрятался за плоскостопием и думаешь, что ты в безопасности, но... Таратам, здравствуйте, небо в облаках, вот он я, привет, войска. Что-то не понесло, походу я таблетки не от простуды пьет, что-то такое еще, не то немножко. Тоже не очень хорошо. Это типичная граната, просто типикал. Когда случайно удалил ярлык мой компьютер с рабочего стола. Не дай бог, чтобы я... Я понимаю, конечно, я рукожоп. Я выхожу из Steam и из Epic Games, я думаю, что я вышел с аккаунта, нажимая на крестик. Я раньше так выходил, реально. Но вот если я удалю... Если компьютеры. Ваш сын подрос, купите ему компьютер. Блин, ну как дурак. Действительно, а то все его одноклассники играют в CS, а он просто играет... Часто не понимая роль. Ну, хотя, может, это и к лучшему. Нервишки целее будут. Действительно. Вот почему я записываю калибровку раз в месяц. Вот поэтому, потому что я сижу, играю в CS, у меня вот такой, вот я вот такой. А это друзья, когда я на них начинаю орать в истерике.
Консультант. У этого ноутбука лучшая система охлаждения. Ты открываешь на этом ноутбуке Chrome. Хорошо. Он мне вот этого пса напоминает. Да не бомбит меня! Это когда тебя все-таки доконало это гребаное задание с картой в Among Us. Ну а на этом... Я посмеялся хорошо, у меня, по-моему, начинает потихоньку садиться горло, потому что оно больное немножко, и что-то реально такое, я не знаю, как эту хрень объяснить, но что-то такое, типа полупершень, полутакое, что... Я не знаю, как это, короче, объяснить, но, кажется, реально, кашель здравствуй на подходе. Здравствуй, кашель! Нет, вот он я, привет! Ладно, не могу придумать ничего нормального, потому что фантазии мне на этом не хватает. В общем, ладно, будем заканчивать на этом. Шикарная реакция, шикарные приколы, как обычно, все как всегда, великолепный видос. Посмеялся от души, отдохнул, расслабился, поднялся настроение. Господи, и глаза помыл слезами. Вот, в общем, не забывайте про лайки обязательно, подписочку, колокольчик, вот. Но если мы здесь будем быстро набирать лайки, там, если по просмотрам это будет заходить как и предыдущие реакции, то, естественно, я буду их продолжать выпускать для вас. Колокольчик, убедительная просьба, поставьте колокольчик, потому что вам могут не приходить уведомления о моих новых видео. С вами был, как всегда, Мико, до скорой встречи, пока-пока.